Да вы не смейтесь, он реально так играет. Может, реально, блин, рыцарь, да пройти уже, а? Серьезно, уже все-таки, ну, прошел прыгающего мальчика, теперь может прыгающего рыцаря пройти еще. Уже просто закончить его, добить, так скажем. Ну, просто там немножко, блин, осталось. Не, ну а вдруг попрет реально, блин? А вдруг попрет? Реально, ну, рыцарь, рыцарь, да. Не-не, серьезно, а вдруг попрет пасеки? А давайте попробуем чуть-чуть. Если попрет, то продолжим орать. Если не попрет, то я выйду. Да, сейчас попробую. Базара Эксман, Эксман. Так, ой, да. Сейчас попрет. Сейчас точно попрет. Сейчас попрет. Сейчас попрет. Фух, ну, как говорится, с Богом. Сейчас попрет. Опа, блять, сука. Сейчас попрет. Опа. 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 Мимолеточка. Мимолеточка. Сейчас туда точно попрет. А, так, секретка. Это идет секретка. Секреточка. Секретное прохождение Спайдеран. Дед, привет, я тут уезжал на пару месяцев и не мог смотреть твои стримы, но я смотрю, ты ради меня подождал с прохождением прыгающего рыцаря. Спасибо, девушка. Базара экспресс. А? Не, ну согласись. Базара. Кстати, где Пенчис? Покажи а его. Кто это? А то вот только он. Слышим и слышим его. Вот он там. Вот он, сука. Не знаю, если бы у меня какая-то девка была с именем Просто Катюша. Представьте, вы впервые в жизни заходите в интернет и первое, что видите, как этот додик свои крольчачьи лапки на крест сложил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Фанаты Линейджа, они всегда такие, как я, накачанные, такие спортивные. Ничего, ничего, бля. Смейтесь, смейтесь. А Макитру то дед осилил. Пускай и за 3 года. Подумаешь, вода камень точит. Вот и думай. Базара экс-мас-мас-мас-мас. Это правда, братик. Да я и тут осилю, просто надо немножко, ну, сконцентрировать внимание на основной задаче, то есть прохождение, да. Смотри, попал. Ты заебал, то перелетка, блядь, то недолетка, блядь! Это тупорылое место просто пизда. Да, блядь, не надо. Тихо. Дедуль, да? А что с руками? Ты на диете? Или тебя так сильно черный цвет странит? А ну, понятно. Чего? Диета это для женщин. Это у женщин должна быть заморочка насчет их внешнего вида. А для мужчин это не важно. Мужчина должен быть крутым. Понимаешь? Крутым должен быть, то есть как я. А внешний вид это даст женщин. Понимаешь, те, кто парится за свою фигуру, это уже не мужчина, это тряпки. То есть, понимаешь, это лохи, по сути. Да, блядь! Эх, блядь, уебчик, хуё, блядь, тварь, блядь! Сука! Мышка сейчас заблять когда. О, инкогнито. А, нет. Смотря вот так вот. Не, ну вот так смотря. Вот так вот. Ну да. Фух, пасеки, ой да.
точно попрет. Да ты чё, ебать? Да я удалю эту игру, я клянусь. Базара экс-бэ-бэ-бэ-бэ. А? Я только сейчас заметил. Ну ты реально гений. Я еще думал, что невозможно играть во все игры так плохо, а ты, оказывается, со скрещенными руками играешь. Смекалочка. Я специально так играю, потому что вот так вот слишком просто. Я не люблю, когда все просто. Ладно, Пенчик, хорош придуриваться. Все знают, что лучше деда. Спасибо тебе за твои блоги. Вот тебе еще 150 на пиццу и не подпускай больше эту женщину старую к компу. На тебя приятнее смотреть. Короче, полчаса. И сейчас, допустим, я играю. Полчаса, вот. Если я сейчас за полчаса туда по верхуху не попадаю наверх, то я сразу вот эту игру удаляю, я тебе клянусь. Я просто могу сделать Дед, вызов в любой игре. А кто такая Рита? У тебя на кофте написано ее имя? Твоя девушка. Теперь понятно. Если бы я играл, сложив руки точно так же, как он, я это бы тоже проигрывал. Руки положи это на Рана, Рума. Рума, это город такой Рума, это итальянская футболка. Да, а вот Куплинов за полчаса прошел эту женскую игру. Иди смени прокладку, тетенька. Куплинов собака, у собака, проходил, собака, да. Собака, о, собака, о, о. Собака, собака. Теперь нам осталось посмотреть, как ты сам себя пиздишь на камеру и показываешь нам свои актерские навыки. 30-летний мотоблочник и 54-летний шизофреник. Блядь, тихо. Сиди молча. А, он сейчас. Привет, дедушка, поздравь, привет, пожалуйста, Мирослав. Мою жену Олю с днем рождения. Плюс 7 952 828 6001. Сейчас, погоди, сейчас, она вот здесь. Оля! Оль, ты где? Я здесь. Оль, там твой, походу. Ганден старый. Да пошел, собираю пацанов. Приедем твою Смышляевку на уши поставим. А знаете, как называется бан на канале Валакаса? Бан. А? Пеноблок. Сколько я в нее играю? Полчаса прошло или еще пока нет? Пасеки. Пасеки. Я сейчас выйду отсюда, я клянусь. Речь пи***а ебаная. Только зафикси, уебище, что тут происходит на вебке. Твой урод, сука, не шути с огнем. Ты шаг ебаный. Я тебе не лолочкой терпеть не стану, ясно?